Так, у меня тут еды много. Кто это? Ого! Не поворачивайся. Там были поножи. Ой, я живая, ой, я не живая. Почему я еще горю? У меня до сих пор, знаешь, это горение. У меня Да, все да, не да, горит. да, да, да. Блин, в сантиметре от жизни. А я гореть перестал вовремя. Да блин. О, Мы тут нифига. блоки здесь, я ломаю. Че ты она агрессивно бьет и бьет меня? Ты меня сейчас затыкаешь просто до смерти, ты понимаешь? Смертельный тычок. Тычок. Ау, я есть хочу. Так вот поэтому и умри быстрее. Тебе смешно? Тебе смешно тебе, да? А чё грустить? Да, тут грустит, тут сосисит. Да, вот именно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, нифига, забил. Ты где? О. Ха. А ты как? Упала. О! Боже, мне кажется, нам на этом можно заканчивать. Да не трожь меня, отстань, отстань. Все, отстань. Какая разница, тебе все равно больше подавать. Да блин, ты где? Я в твоей тени. А я специально, кстати, запись уже начал. Я тоже давно еще, пока там стояла ФКша. Модель. Оба-оба. У меня аж слезы пошли. Я просто не понял, как ты под меня упала. Я случайно соскользнула. Да сейчас ты чё? Ну опять в лаву пошел я. Ты просто так там стоял? Не удержалась, да? Да? Я все еще вспоминаю, как ты афукашила, я тебя столкнула в пещере. Я не помню. Ну помнишь, ты, короче, меня там пугал, пугал. А я потом что-то куда-то такая обхожу, смотрю, опа, ау! А ты стоишь. Ну я тут главное стоит и вообще и ноль реакции. Ну я взяла тебя, столкнула, ты подумал, что тебя кто-то ударил. Опа, ау! Влетел. Ты лаки ломай! Нет. Ладно, ракета. Я добью. Ну иди опять купайся. Да. Нет. Звук сделала как Стива такой. Получение удара. Да уйди отсюда. Откуда? У меня тут спавн-поинт. Нет. Да. Да хватит, блин. Ты сдохнешь, нет? Я без... Нет, ты должна, да. Долго жить, понимаешь? Уйди. Опять она тут. Нет, не дрожь, нет. Уйди. Ой-ой-ой, только почесать, Стива. Блин, я тебя вообще столкнул. Сейчас опять забью, да. Я вижу, что ты там стоишь. Где? За колонной. Ты думаешь, я тебя не вижу? Я очень, очень смешно. Допрыгайся.
Да блин, ты крутишься. Не-н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 е. Да блин. Ну так я. Это сама я. Там потом статистику открыть, это что вообще еще играть не начали, а уже это. О, ты чего-то полетел. Куда? А ты у меня, короче, да подожди, не бей. Ты здесь, короче, стоял, а потом так бдись, как полетел куда-то вон туда. Нифига, Иисус. Вообще. Что там, у тебя машинка еще не застирала? Да вот я боюсь уже уходить. Я приду, мне там 100 смертей будет. Не будет, одна плюсом просто. Ага. И две по акции, да? Конечно. Да все, иди. Ну дай добью тебя хотя бы. Забиваю в угол. Забивной. У тебя сколько? Да, вот все. Там пишется 1 минута, но мне кажется, это уже все, типа, можно начинать. Вытаскивать не будешь? А мне зачем? У меня мама есть. Такие вопросы задаешь. Ты что так сказал? А мне зачем? Знаешь, сам не понял. Вопросы такой. Сама ты поняла, что спросила, а? Ну что, машинку разгружать? Зачем? Так, куда пойдем? Куда? Подожди. Опа. На солнышко. Куда ты? На солнышко. Солнышко? А тут что, не солнышко? Ну я там сет-дэй поставил только что. Че, готова? Да. На счет 3, да? Ага. 1, 2, 3. Всем привет, с вами Диктофон. Или ночи. Как долго ты думала? Не, я просто такой, говоришь, обычно и я такая, я жду и. А я же сказал понимаешь? И. А я и не слышал. Ну, ладно, давай заново. Я только понимаю, и не будет. Ну ладно. Нет, я говорю, всем привет, с вами Диктофон, и ты такая, три ночи. А я тоже и говорю. Да? Ну ладно. Так, еще раз. 1, 2, 3. Всем привет, с вами Диктофон. А. Или ночи. Почему и ничего не слышится? Не, в этот раз я забыл. В этот раз уже я забыл. Так, сейчас. Да я просто начал смеяться, потому что я понял, что я сам не сказал и сижу, что-то жду еще. Всем привет, с вами Диктофон и. Три ночи! И в этом видео мы поиграем в игру под названием Майнкрафт. И что мы сегодня будем делать? Мы будем гачу открывать. Да, гачу-мучу в Майнкрафте. Какую гачу-мучу, ты чё? Это у нас Lucky Block Race получается, да? Да. До начала записи мы там немного поиграли уже. Нас немного вштырило. Если что, может, добавим это видео. В принципе... Да, это очень там смешные моменты были. Очень тупые, но нас прорвало. И как раз таки в этом видео мы будем восстанавливать рубрику, которая была популярна много лет назад. Как многие заметили, я вот начал FNAF проходить, Lucky Block. Меня что-то на олдскулы мне свело, как это говорится. Поэтому мы решили себя проверить в этом режиме. Мне кажется, это будет смешно. Я надеюсь, что это будет смешно. Да, никто не знает. Мы ставили, короче, друг другу. Никто не знает, кто кому что поставил. Да, я много ставил несчастливых блоков. Спасибо, что сказал. Ну, а ты что мне ставил? Теперь мне страшно. Ну, а ты мне что ставила? А вот не скажу. Так. Не скажу. Да, нам предлагаю не оттягивать, да? Будем начинать. А тут Lucky Block'ов довольно-таки много. Если вам понравится этот режим, то как бы подписывайтесь на Риночи, на меня. Ссылка в описании. Да, да. Можете еще на ТГшку подписаться на группу. Да, но если хотите быть в курсе новостей, ну, короче, в комментариях напишите, понравилось ли вам или нет, чтобы мы знали, что нам продолжать эту рубрику или нет.
Так что да, чё, будем начинать? Ну да. Так, я давай. Уже несколько лет терплю. Нифига, ты прям терпила. Да, я терплю, что когда ты была популярна. Ты тогда уже хотела, да? Угу. Но это прикольно, я не знаю, я всегда, мне очень нравилось смотреть эти Lucky Block Race, это смешно, это интересно. Так, давай, на счет три начинаем. Ага. Раз, два, три. Эвил Поушен. Ой, 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 ой. Ой! О! Как я отсюда вылезу? Ау! 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 Я сейчас ой, сдохну! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Блин, у меня там меч такой хороший был! Ой-ой-ой! Да! Меня забивают! О! Блин! Ты понимаешь, я поставил time set day перед началом видео, чтобы у нас в первых же Lucky Block'ах ночь наступила. Так. Почти ничего полезного. Ой, ой, да, о, какой-то меч. Какой-то. А, офигеть, у меня алмазный меч крутой. Да блин. Чешуйницы, они вообще не дают покоя. О. Блин. Мне еще что-то. О, я ультанул, я ультанул, я ультанул, я ультанул. А мне что, надо слиток бросить в колодец? Понятия не. Ой, и что нам делать? И что нам делать? Зарубило. Ой, я знаю, что я буду делать. Че, по моим блокам бегать? Нет. У меня свои есть, зачем мне твои? Ой, ну и ладно. Сильные и независимые. Так, у меня кожанка теперь есть. А, эндерперлы. Так, о! Дресс-код. Ага, теперь уже железка. Чуть-чуть. Почему у меня все время попадаются эти штуки славы? Они меня бесят. Мне еще, к счастью, такого не попадалось. О, стрелы. Слушай, ты мне что, много хороших, что ли, ставила? Ненормально. Я не знаю, что подряд ставил. А там и в плохих бывают хорошие. Ой. Кролик-убивца. Что это такое? Арина, у меня тут опять все заставило. Что это происходит? О! Да блин! Сколько можно? Вот, ой! О, водица. Вот ты паркур, знаешь, Ирина. Блин, я туда не хочу. Ой, что это такое? Ты понимаешь, нам теперь не попаркурить нормально. В смысле? Ну посмотри. Ты все взорвал? Да. Все, абсолютно. Ух, нифига. Какая-то фигня. Блин, мне решили позвонить. Мне дали карту клада, пиши потом клад искать. Пошли. Пошли, пошли. Надо. Слушай, я предлагаю тебе ускориться, потому что я что-то ультанул. Ну да, мне тоже достраивать же ничего не нужно. И есть чем вообще. А что мне делать? У тебя есть блоки. Да. Ой, ты помог так. Ну вот. Ты тут прям там стоишь. Сейчас плюну. У тебя проигрыватель еще. Подобрала? Что ты делаешь? Ты думаешь? Че я думаю? Стоп тебя. Все, пошел дальше. Господи. Что это у тебя за лук дикий такой? У тебя там миллион стрел вылетает. Нифига. А там стрелы у тебя тратятся или ты вообще Рэмбо? Не знаю. Мне теперь интересно, у меня так же? У меня самый обычный. Ну все, я пошел дальше. О! Что это такое? Да, у меня какой-то этот арбалет выпал. Тройной выстрел, быстрая перезарядка, пронзающая стрела. Нифига там это было. По достижению. О! Так.
печки. Из тебя ничего не выпадает. Что такое? Золото. Я хочу золото. Теперь железо. Так, мне тут... А, блин, там же был спавн-поинт. Можно было поставить чекпоинт. Ну да ладно. Так, ой, яйца. Алмазы. Слушай, мне пока что везет. Ты меня вообще это... пожалела. Блин. Мне выпало то, что я не особо хочу открывать. Эти арбалеты и много... Не понимаю, как ими стрелять нормально. Меня сейчас просто... Меня сейчас просто скелет забьет. Алло. Господи. Что это такое? На рычаг нажать там. А я где? Блин, а вот, вот я тебе прикольного накидал, а ты мне фигни всякой. То я как будто отвечаю за то, что тебе выпадает. Тут знаешь, тут надо вот... Подожди, ты не использовала? Тут вот такое вот тебе надо было нажать. Вот, смотри. Вот, вот, вот. Где? Там у этого квадрата надо было рычаг нажать. Там на рычаг нажимаешь, в ТНТ превращается. О, у меня еще кошки теперь. Ой. Что там? Сколько можно? Давай, давай, ты сможешь. Я тут сейчас это... скорости добавлю. Свалился с лестницы. Второй раз подряд. О, ого. Проще вот это у тебя реакция. О, ого. Ну тут это круто. Так, здорово, как мне дать? Че, блоков нет? Ой, ё. Слушай, мне опять выпала вот эта вот фигня, которая у тебя была. Я тебя, знаешь, огорчу. Повернись назад. Че, будешь нажимать? Нет. Ну, по приколу-то можно. У меня из-за вот этой штуки лаки-блоки пропали. Зашибись, я сейчас еще и сдохну. Да? А мне везет. Мне, слушай, мне пока что все нормально. У меня есть алмазная лопата, как думаешь, я алмазной лопатой. Блин. Блин, надо было спавн поинт написать. Надо было. Да блин. Я просто разбился. Ну все. Да. Пипец. Так. Тут еще сейчас все стреляют. Непонятно. А ты вообще утонул. О! Кто это? Это ты? Я. Чё я? Ау! Почему да ты... Почему ты по моей забиралась? Потому что у меня там где-то хрен как заберёшься. У тебя вот тут строительных блоков дофига. Есть. Да, у меня да, вообще-то сверху этот колодец непонятный стоит. Ой. Ой. Мы уже и так знаем, кто подписчик. Ну, видишь, я тебе контента наделал. Полета с лестницы с твоей. Можем тогда потом второй раунд устроить. Я считаю, что один раунд это будет как-то коротко, да, наверное? Наверное. Бах. Ой! Да у нас опять дырки везде. Так. А, ой! Не-не-не-не-не-не-не. Уйди. Я не буду тебя пить. Да, конечно. Да, честно. Я ими эти лаки-блоки ломаю. Так, что, будем потом второй раунд из чего устраивать? Ну, в принципе, чего бы и нет. Ау. Чуть опять в свою же дырку не упала. Опа! Ой, блин! Чуть не упал. Да! Что это? А как я
пройду теперь, извините. Два подряд. Да конечно, шерстяные, ты же можешь сломать. Ну, шерсть, по крайней мере, пробить. Не миля? Миля, да. По крайней мере. Так, у меня тут. Смотри, чё я сделал. Я прошел. Давай тогда в следующий раз, чтобы было честно, все сделаем неудачными. Все, абсолютно. Окей. А то ты мне это... Меня пожалела, а я тебя не очень. Ой-ой-ой. Ну, что ты там? У меня полтора хп. Окошко взорвался. Я думал, это ты. Окошко? Кошка. Окошко взорвался. Окошко взорвался. Смотри, там может повести. Вот на моей стороне вот этот вот был квадрат. Из него фейерверк и руда выпала крутая. Не-не-не, я не хочу. А ты где? Я откапываюсь. А чё, у тебя кирки нет, что ли? А у меня тоже нет кирки. А не проще было стекло тут сломать? Гнать туда. О, нифига, у меня тыква есть. Как все туманно. Как все туманно. Нифига у тебя по ножи. Посмотри, посмотри, вот, подбирай. У меня еще кажется, по ножи. Жесть, у меня вообще ничего крутого нет. Это такое? Что, после этого будем устраивать PvP и второй раунд? Мне кажется, нам можно PvP устраивать. Ай, крыса! Да хватит! Я сейчас счастливых зелий накидаю. Ой, что ты делаешь? Что произошло? А, это я сделал? У меня просто сейчас непонятно что. О боже! О, как все посветлело! Я ничего не вижу. Но я только тебя чуть-чуть вижу. Да что происходит? Я еще. Подожди. Ты невидимка. Я летаю! Я еще летаю. Ты невидимка, который светится. Да, я свечусь. Да, я тебя вижу. Блин! Я специально все броню снял. Ты что? А ты откуда динамит полетел? Офигеть. Ты понимаешь, я сейчас я медленно падаю. Я просто медленно упал, я даже не умер. Я это... Зашла... Нет, это у меня это... Ай, блин, я к тебе тэпнуться хочу. Ты сама... Смотри, я... Хоба! Да почему я тебя не бью? Чё у тебя? У тебя из меча все летит. Не. Я-то без брони вообще нифига. Ты действительно сейчас зомби боишься? Не, я хотела водичку. Да блин. Ой, я теперь все вижу. Ой, что это? Я сам не понял. Ой! Ты на свой же динамит прыгнул. Чё это за меч у тебя прикольный такой? Да. Да, ах, хватит! Не попадёшь. Крыса... Не попадёшь! Чё? Ты меня просто шотнула. Чё это за лук такой? И говорит такая это... Ой, я знаю, кто в PvP победит. Офигеть. Офигеть. Ну слушай, то есть первый раунд Lucky Block Race я победил. Ну ты PvP. О, живу. Так что пока. Отдыхать. Я тебя искать пошел, а ты подыхать не был. Это что? Ты метеорит меня запустила? Я сейчас просто прибежал к тому месту, тут метеорит какой-то. Это что? Это мощь моя, понимаешь? Я что, зря 5000 лет живу? Офигеть. Блин, а сейчас смотрю на то, как у нас разрушена дорога снизу. Это так прикольно выглядит. Да. Если это вообще наша, то ну, это наша. Ну да, чья же еще? Ну слушай, ну норм. Нормально, нормально. Че, второй раунд будем устраивать?
Да, но я сдохнуть не могу. А я тебя найти пытаюсь. Меня не найдешь. Ну, я уже, в принципе, понимаю. Я стала владычицей моей. И океанов. Утонул. Владычица утонул. А, стрелы, кстати, тратятся. По много или по одной? По одной. Ну, все равно круто, знаешь. Ну, где ты? Секрет. Да что это за лук такой, я не понимаю, блин. Ага, ага. Ты хитрый какой. Да, уйди уже. О, у меня задержка. Ой. А я выжил. А, это уже другие меня стреляют. Все, сейчас. Не-не-не. Не бегу. А он сейчас не дойдет. Ха-ха-ха. А ты как выжила? Не знаю, тут оказывается под колодцем были еще эндерперлы. Ой, локи-блоки. Ну, под каким? Да под всеми, вот у тебя колодцы есть, под ними тоже. Опа, тут меч был. Ой! Крыса ты такая. У тебя там локи-блоки ломают. Вот мы и подготовили наш второй раунд. Да, да. Кто же его готовил? Ну что поделать, не было меня. Поэтому сейчас будем... Большое спасибо. Поэтому сейчас будем приступать к нему. У нас все лаки-блоки, абсолютно все, несчастливые. Сейчас будет разнос. Чувствую, мы до конца не дойдем. Ну посмотрим, может все нормально будет. Так, спаунпоинты поставили. И давайте на счет три начинать тогда. Давайте счет в этот раз. Раз, два, три. Офигеть. Слушай, да, о. Ой! Так это твой крипер взорвал? Да. Так он еще мне тут свиней побил. Я-то думал, нифига свиней убийцы. Ну слушай, пока... Ой, вот ты хотел большого зомби, вот бегу тебе. Ага, о, паркур. Новое движение. Опять не с твоей это идти. Ты издеваешься? Ну а что ты по моей стороне идешь? А по кому мне еще идти? Я пытаюсь тебя ударить, но ты сама справляешься. Так, у меня тут еды много. Кто это? Ого! Не поворачивайся. Там были панорки. Ой, я живая. Ой, я не убиваю. Ты понимаешь, как это выглядело? Ты просто стоишь за тебя, я его заспамил. Он стоит на тебя так смотрит. Поворачивайся, а там как в хорроре, бах, вниз. А он на шумы реагирует, он, кстати, он может снова появиться. Рыба-фук. Я не знал, что она в этой игре есть, в принципе. Я зато по ножи свои забрала. А вот представляешь, того чела реально добавили в игру. Я знаю. А он, кстати, все еще там ходит. Да, не пускай ходит. Стремно. Он там вообще негодует. Главное, чтобы он... А, блин, ну сколько больно! Да и через меня иди просто уже. Я через тебя и иду. Ой, Арина, не поворачивайся. Ты его как убила, господи, ты вообще Рэмбо какая-то. Я его еще и убил? Там заряженный крипер просто за тебя появился. Ты такая своим это... Ну, короче, убила ты его. Ой-ой-ой, наживем. А, я думал, это ты упал. Я уже смеялся. Нифига! Знаешь, что мне выпало? Книжек много? Не, мне три зубец выпало. О, нифига. Ты что сделал? Взорвался. Все, поэтому. Да блин, я опять соскользнула. Дядя, убей меня. Ну вот знаешь, момент с ним, это вообще, это просто, это слишком... О, а чё он такой жёсткий? Он очень жёсткий. Он правда Птичкой меня. Да, да, да. Я сдохла, наверное, больше, чем мы... Да, Катир!
чем просто среднее количество смертей. Так, мне что-то падает. Вот, кстати, несмотря на то, что они как бы с удачей ноль, как бы нормально. У них много чего может выпасть. Хочу посмотреть, у тебя успехи. Нифига у тебя там по броне-то. Ты что делаешь? Опять этот счет испавнился, нет? Нет. Ну что, ты посмотри. Мне темно, я ничего не вижу. Так ты все мне сломала, они меня убили еще. Пипец. Да меня тоже. Так они сейчас тут возвращаться будут. Отстреливаться. Ну все, дерись с ними. Хоть и это молодец. А что, я их тоже побил? Вообще-то ты их призвала. А-а-а, они опять на меня нападают. У тебя опять этот лук есть? Нет, не лук, меч. Да ты бесишь. Целых две штуки. Нифига. А-а-а, я залезть наверх. Я тоже. Ну у тебя... Тетенька, отстаньте, пожалуйста. А я и без тетеньки залезть не могу просто. Я тоже, меня что-то бьет. Все меня отравили. Сейчас еще и сдохну. Горячая штучка. Нифига ты горячая штучка. Я себе, короче, новую фигню придумаю нормально. А как, кстати, да? Вот все. Ой, что такое? Такой звук, как сердцебиение какое-то. Понятия. А, нифига, ну я воспользуюсь твоим этим. Чем? У меня пол хп. Да? Да, а где... А, мы там спавн-пойнт ставим. Да? Ну, значит, тебе это, наверное, пригодится. Ты что сделал? Там еще динамит появился. О, мне, кстати, прямо это... Повезло? Нет, я ачивку получила. У меня еще за счет этой... Ой, Мишка. Тут треска. За счет этой ачивки у меня музыка такая прикольная была. Да? Ой, господи, а, это паркур. Я подумал, что все, я провалился. Я сейчас сдох. Тут треска такая прикольная. Треска, я сейчас... Да что происходит? Кого так, там бьёшь? Спаунпоинт, и никого там. Тут зомби горит. Кто-то от меня бьётся. Ай, ну все, вовремя спаунпоинт поставил. Я сейчас задохнусь. Я лайвовал. Ой, так, господи. Он когда-нибудь сломается, нет? Тупой этот обсидиан. Спасибо. Ну, так у тебя еще шипы. Heroes World. Ну, у меня геройский меч. Так. Мне вообще пока что... Ой, ты что-то этого придурочного за это. Мне вообще пока что... Ой, ё-моё. 8. Еще локи. Ой. Ну все, прощай. У меня тут миллион лаки-блоков на моей стороне. Тут еще заспавнилось. О, я аж дошла до спавн. Пойна. Можно его себе поставить. Наконец-то. Блин, куча стрел. Я за ними полечу. Ладно. Ой, Че? Все, теперь можно... Линда! У меня кучу линд. А тут есть Лиза. Лауретта, Лауретта. Линда. Да пипец, ты чё передо мной блоки тут себе ставишь? А, это ты поставил. Да господи, он сейчас опять будет на меня нападать. Не, пока вроде не тебя. А у меня лука нет тут стрелять. А у меня тоже лука нет. А, у меня есть лук, кстати. Ой, ё-моё, Арина. Это ты, кстати, сделала. Yes. Ну. Ты будешь рычаг использовать, повезет тебе. Не надо, сама дойду теперь. Ай! Ай-яй-яй. Это он меня бесит? Ты зачем его заспавнила? Как будто я хотела.
Ну да, ты чё по лайки-блокам ещё прыгаешь? А как я сюда иду? Блин, там Lucky Sword, похоже, был. А! Что блин, происходит? Фигня какая. Так, надо... Паркур! Ай, я упал. А, он сразу сдох. А, о. Ты про меня, что ли? Ой! Так... У меня вообще брони... Визер! Я нашла! Офигеть! Ну, жестишь. Капец! О, а как стрелять этим? Чем? Трезубцем. Ну, не знаю. Правда, кому еще блин, а я ж теперь хрен это... Я тоже дошел. А я сейчас полечу вниз, потому что у меня там один меч упал классный. По-моему. Да. Не-не-не. Уберите его, пожалуйста. Где он? Блин, меня убили. Ты что думаешь, я тебя не ударю, да? Да блин. Ой, ё-моё. Капец, я ему мало сношу. Блин. Ну ты тут напрягивала, конечно. Я за себя не обучаюсь, точнее за лаки-блоки. Ага. Где мое везение на мече, когда оно мне так нужно? Где этот придурок? Слышь ты, опа! Опа! Топово. Теперь можно меня убивать. Он еще и отхиливается. Так, ты где? Привет. Под визором. Лоуз. Привет, Линда. Привет, Люси и Лиза. Так, я увидел этого чела. Он очень жуткий. Да. Он там фигней страдает. Ты его один раз ударил? Но я не могу его убить, он придурочный. У меня я вообще нет брони. Он бежит на меня. О, господи. Я там... Ты про визора, а я не про визора. Да я вон вижу. Я его бью, если что. Я не вижу, а я где? А, теперь он за мной пошел, да? Хуба. О, чё всё такое? Тёмное? Я его бью, Я его не бью, я пытаюсь его убить. Я ничего не вижу. У тебя броня есть хотя бы нормально. Это хоррор какой-то. Но он жесткий. А чё, всё, визор ушел, слава богу. Блин. У меня есть еще блоки? У меня есть блоки. Опа, я его сейчас застреляю. А он умрет вообще? Он может умереть? Да. У меня знаешь что? Ванили, да. А мы что, не ванили? Ну, тут у нас мод. И чё? Он там, он так вздыхает, мне жалко его становится. На я секунду. Я слышу. О, господи, сколько же их тут. Он меня учуял. Он меня, похоже, учуял. Блин, у меня сейчас кидает. О, фейерверк, я их не увидела, потому что я упала. Спасибо, соседи, решили посверлить вовремя. У тебя еще лаки-блоки сзади? Ты че его не бьешь? Визор, а. Значит, ты не закончила игру. А он был в этом, в большом лаки-блоке. Не закончила игру. Ну, сядь, я с ПВП победю и все. А я где? На дне. Heroes. Чем-то. У меня вообще нету брони, ты понимаешь? Понимаешь. Я тебя еще и убил каким-то образом. Где мой этот лаки меч, когда он так нужен? Ой, чем-то закидал. Да блин.
ты отравил меня два раза. Где? А нет, да меня. Ты! А все. Ты что происходит? Ты что со мной сделала? Я уже примеру где-то. Там, я возле визора, пипец. Ой, он там это. Пипец. У меня же спампоинт не тут был. Пипец. Всё. О, ты что, вы сюда доведёшь себя, что ли? Да блин. Ну что такое? Я теперь в другом месте. Луиза! Здравствуй! Луиза. Луиза. Как твои ничего? Так, спампоинт я поставил. Я сейчас сдохну непонятно из-за чего. Да? Ты где? Да. Я среди полчища живот. Я вон Линду нашла. Я тебя тоже нашел. Я не Линда, а вон Люси. Привет, Люси. Да, что ты делаешь? Это Люси. Да я ничего подобного, я тебя видела. Ты что, попасть меня не можешь? Да. О, как я выжил. Не знаю. Я вроде даже не на воду упал. Ты понимаешь, у меня спаунпоинт на дырке. Я тупо, я сейчас буду вечно падать. Ой, что такое? Там вода полилась. Что происходит? Я себя чувствую бессмертным. Апокалипсис. Ага. А, вон я тебя вижу. А ты визер, он еще меня атакует, а меня еще все равно. О, я его еще мобами выкинул. А, так это от него эти синие штуки? Да. Он там это, бедный, уже не знает, в какую сторону смотреть. А, блин. Что я сделал? Дай мне спаунпоинт поставить. Подожди, крыса ты такая. Давай. Я вам тебе страховку сделала. Да подожди ты. Да повиси в паутине, ставь спаунпоинт. Да я не хочу в паутине спаунпоинт. Пипец. Это руина. Но у нас опять ничья. У меня пол хп. Молодец. Спасибо. Ой. Все, спампент есть. Пол хп тоже есть. Я сделал. Динамитом пынул. А что, и как я теперь туда пойду? А зачем тебе идти туда? Ну и живи там на своей половине. Блин. Больно надо, противный. Ну да. Мне бы умереть. Вот в этот раз у нас на карте еще жестче. На своей половине я вообще типа на твоей части карты играюсь. Ну хватит, ты видишь, картины ставлю, отстань от меня. Блин, у тебя шипы на броне, они меня добивают. Где? Свалился благодаря диктофону. Не благодари. Не буду. Ну что ты делал-то? Ты что сделал? Ничего хорошего. Ну я вижу, не слепая. Это что спрашиваешь? Чем мне взорвалось? Опять метеорит меня пыльнул вообще. Ты чем это? Там же хочу метеорит. Почему? Под тобой просто была кислая. Прошло много времени. Очень много времени. Мы уже даже один раз... Резвиться. Мы уже один раз успели закончить видео, а потом узнали, что у меня, оказывается, память закончилась. Поэтому мы еще раз заканчиваем это видео. У меня 70 смертей, у Риночи уже 100 завалило, наверное, 100%. Не знаю. Посмотрите, что у нас тут с карты. Посмотрите на наши метеориты. Один вон, еще два вон. Тут два. Тут два их вообще. И еще вон третий, вон там. Там вот. И четвертый, там пятый. Тут их много, короче. Было весело. Мы искренне надеемся, что вам понравилось это видео.
Подписывайтесь на наши каналы, ссылка на которые будет в описании под видео, и соцсети. Да, соцсети тоже, ссылка в описании. Да. Ставьте лайки, напишите в комментариях вообще, как вам вот эта вот задумка, стоит ли нам продолжать снимать такие видео. Но мы не знаем, когда само это видео выйдет, к сожалению. Что поделать, я поскорее. Руина. Да, это правда. Поэтому вот. Так, на этом будем заканчивать. С вами был Диктофон и... Риночи. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.